Доброго вечора усім. В ефірі першого міського проект «Інтерв'ю дня». Мене звати Наталя Болдинська. І сьогодні у нас у гостях люди, які знають про гори все і навіть більше. 11 грудня відзначається Міжнародний день гір. І у нас у гостях турист зі стажем, голова Криворізької міської федерації спортивного туризму Володимир Казаков. І також турист і фотограф Сергій Саєнко. Доброго вечора. Вітаю зі святом, по-перше. Тому що, ну, якби на землі не було б гір, то значна частина, я думаю, вашого життя не була б такою насиченою і цікавою. Погодьтеся. Тому це, мабуть, персональне свято для кожного туриста. Да. День гір. Да. З цим... Сергію, погоджуєшся чи ні? На 120%. Без гір уявляєш своє життя? Ні. А як давно? Ну, про Володимира Леонідовича ми знаємо, що він у нас заядлий турист. А як давно у твоєму житті з'явилися гори і ось такий вид відпочинку? Знаєш, гори у мене були в дитинстві, а потім був дуже великий перерив. Немножко було навіть страху, там, опасності, це все зв'язано з дитинством. Потом как-то меня подтолкнули сходить в поход, и я понял, что надо возвращаться. Без гор я уже не смогу. Які відчуття дають гори? Чому? Що це за відчуття? Не можу без гір. Як це? Ти знаєш, це сложно, наверное, у каждого своє чувство. Лично у мене, наверное, це свобода. Це преодоление каких-то определенных трудностей, связанных с походом. Когда ты ползешь, карабкаешься из последних сил, и у тебя возникает... Каким бы не было, как бы ты не пішов у похід. Да. Возникает чувство «зачем?». И ты думаешь, нет, больше никогда ни за что. Ты преодолеваешь сам себя, делаешь шаг, другой, третий. Ты поднимаешься на эту вершину, помогаешь кому-то, ты садишься, и перед тобой... полностью. Все, что можно только увидеть оттуда. И ты это видишь. Ты видишь облака, которые проплывают над тобой. Ты видишь эту землю, эту красоту. И ты понимаешь, что ты просто красавчик, что ты это сделал. Володимир Леонидович, вы помните свой первый поход? Ну, конечно. Где это было? С кем? Куда? Это было в Крымских горах. Причем это было... такое приключение настоящее. За нами гонялись какие-то бандиты с ножами по Крыму. Да, мы от них ночью утекали. Такой был настоящий марш-бросок ночной. Мы палатки попрятали в лесу, продукты позакидали и спасались на Афуну, это под Южной Демирджи. Вот. Ну, был такой, да, случай. Ну, я не могу сказать, нет, ну, на красоту гір. Что это дало начало. Да, ну, начало, видимо, было еще когда-то давно, там лет 8 с родителями тоже в Крымских горах. Я от них просто сбежал. И было, помню до сих пор, это такое что-то высокое над тобой. Ты куда-то лезешь, не знаю, что оно там толкало. Ну, интересно это все было, естественно, что-то неизведанное. Мы же понимаем, что любой поход, путешествие – это ну, путь в неизвестное. То есть, что тебя ждет, ты не знаешь до конца. Какие там будут обстоятельства, ситуации тоже. Тем более, что все знают, что вы находите два раза одним и тем же маршрутом, что каждого раза вы вышукаете какие-то новые. Стежки, ну, а іноді дело вкуса. Это дело вкуса. Есть люди, которые ходят годами по одному маршруту. Ну, допустим, лично, ну, мне как-то, ну, скучно. Ну, раз увидел, хорошо. Второй раз надо уже менять, искать или новый район, или новый маршрут. Ось сьогодні у вашому Фейсбуці ви написали привітання з Днем гір і перелік місць, де ви вже побували. Там чималий перелік. А от яка вершина для вас, там, де ви ще не були, найголовніша? Чи правда, що Еверест для усіх альпіністів і туристів – це мрія життя? Чи все ж таки є інші гори такого? Ого, такий складний вопрос. Ну, я так і не можу сказати вам, що іменно от це. Ну, от про Еверест ви мрієте? Ну, яка-то є мечта, да. Мені цікаво, взагалі не тільки одна гора, їх дуже багато. І побільше. И на всех континентах, неважно. На каждом континенте есть своя какая-то непревзойденная точка. Там гора Костюшка, например, в Австралии. Да, она невысокая, там чуть больше, чем Верла. Ну, тем не менее, это самая высокая. Тут тебе Маккинли, например, в Северной Америке. Там Килиманджаро в Африке, Монблан в Европе. Не знаю, букет, наверное. Вот букет. Тобто єдину да, вершину виділити неможливо. Нет. Сергію. У тебе є така мрія, одне місце, куди от обов'язково хотілося б потрапити, побачити на власні очі? Да, мечта у мене є.
Но это не одно место. Это... Снова букет. Да, это букет. У меня есть мечта сделать такое большое кругосветное путешествие группой людей. Вот определенной группы. И чтобы они от точки к точке прошли по самым красивым. Возможно, да, это не будет Эверест, это будут какие-то другие горы, но очень красивые места, где они смогли бы это все увидеть и рассказать другим. Якщо от продовжувати тему про красиві місця, ну мені здається, що некрасивих місць у горах просто не буває. Просто є ну на більш видовищні гори, а є, можливо, менш відомі. У зв'язку з подіями у Криму, тим, що зараз більшість українців туди не їздить, а гори все ж таки прекрасні і хочеться. Які альтернативи з'явилися? От які маршрути для себе ви відкрили не в Україні, а десь поблизу, які можна порівняти з Кримськими горами, можливо, там за виглядом, от які гори нагадують кримські, куди можна поїхати тим, хто бажає? Є атлас міра. Беремо, відкриваємо атлас. Там, о, Європа, допустим, смотрим. Ага, де там самые коричневые места такі закрашені? Це гори. Але ж вони виглядають дуже по-різному. Ну що, яка різниця? Це гори. Ну, якщо людина обожнювала гори Крим, красиві, і хоче бачити от такі гори, приблизно як у Криму, куди їхати? Ой, ну це вже ми почнемо зараз більше в науку, сравнительний аналіз робити. Да, є такий момент. Можна, це Балкани, їдьте туди, де Болгарія, там Греція, наприклад, Турція, Італія, Іспанія. Один в один будет. Практически один в один. Поэтому где-то есть такой у нас рефлекс какой-то срабатывает. Мы теперь Крым ищем в каждом уголке вообще мира. А так, атлас открыл, о, Альпы. Был, не был. Все, ставим галочку, следующее. И так путешествуем сначала по атласу, потом поехали по миру. Навколо Украины... Цього року ви побували багато де, у багато яких горах, я знаю, були в Болгарії, вже казали про це, на Кіпрі, і у Карпатах, власне, у самій Україні також нові маршрути прокладали. Розкажіть про це детальніше. Ну, я опять повторюсь, що как бы, ну, можна ходити много раз по одному і тому ж, но интересно відкривати щось нечто нове. Ну, в этом году мы, так скажем, для себя Закарпатскую область, и там тоже моделировали с точки в точку. Хотя сказать, что Карпаты абсолютно не исхоженные, нельзя. Освоенный район, хотя вот Сергей добавит, я надеюсь, да, про Буковинские Карпаты, Чернівецкая область, это прошлый год. Вот тот район действительно дикий, вообще не маркированные тропы. Чернівецкая область? Да, всего-навсего, Чернівецкая область. Сергей, вражения какие были? Мы поднимаемся по хребту, Леонидыч командует привал, просто из памяти. Сбрасываются рюкзаки, но Казаков не сидит на месте никогда. Это большая редкость, когда он присел отдохнуть. Он либо с картой связан, либо что-то еще, и он идет на разведку. Он увидел где-то небольшой такой домик, бежит туда, возвращается и на эмоциях нам все передает. Там живет бабушка с дедушкой, у которых никогда не было электричества. Украина, 21 век. Вот такие впечатления. И там и туристов, я так понимаю, никогда, мабуть, не было. Практически. То есть очень-очень мало. Карту открываем, допустим, да, есть какие-то тропки. То же самое и в Румынии, например, было. Малохоженые районы. Вроде бы все прорисовали какие-то маршрутики, да. Ты выходишь на местность, ничего нет. И ты начинаешь мыслить как первопроходец. И идешь туда, где буреломом, где как, где... Это просто, как говорят у туристов, есть фраза «по азимут». Как вы шли? По азимуту. По азимуту это значит дебрями. Вообще, просто напрямик. Вот то, куда бачу, туда идут, таки по компасу там. Берешь направление нужное и вперед. Якщо говорити про Україну, які не популярні, але дуже цікаві маршрути, на вашу думку? Вже освоєні вами, ходжені і у планах, можливо? Ну, вообще, если брать горные маршруты, то, конечно, Звичайно. Здесь очень тяжело найти что-либо, очень Карпаты, тяжело. Ну, занадто, да, уже достаточно освоенные. Хотя есть район, вот уже упоминаемая Чернівецька область, Гарганы не такие хоженые, конечно. Область? Это часть, это и Закарпатская, и Івано-Франковская одновременно. Поэтому очень сложный момент. А какие, на вашу думку, места наибольш мальовничі у Карпатах? Оце ж таки, за красою, які вразили вас найбільше? Ви вже були там багато разів у багатьох місцях. Можете порівняти? Ну,
наверное, я бы сказал, ну, мне всегда тянуло больше в высокие горы, где выходишь, нет леса вообще, и не видно. И видно, вернее, далеко, очень-очень далеко, пространство открывается. В Черногорский хребет, безусловно, очень напоминает высокие горы, как по типу Альпы, Кавказ, только поменьше. І цей пейзаж досить нетиповий для Карпат, я так розумію, так? Він типовий, но не такий розпространений все равно. Ну, тобто в этом місці понятно, що це должно бути. Там когда-то ледники були, вони розтаяли, оставили просто для себе там форми рельєфа, сліди діяльності. Вот, і поэтому вони очень приближають вот таким, ну, красивим містам. Сергій, а у твоєму особистому рейтингу видовищних місць Карпат, які лідирують? Ну, трудно тоже действительно сказать. Я на Закарпатье, например, никогда не был. В этом году сходил, увидел очень много для себя. Но если вот сравнить прошлый год Буковинские Карпаты и этот год, где мы ходили за Карпатье, Буковинские мне понравились больше. Но это мое личное мнение. Трудно сказать. Может быть, как-то более дикие места. Наверное, даже так. Вот действительно дикие. Мы куда-то спускаемся, людей нет. Где-то можно там услышать, как стук топора там, или пила, кто-то появился. Вот в этом году мы больше людей встречали, и, ну, они, скажем так, более злые, что ли, были. Ну, по отношению к туристам, можно так сказать. Можливо, голодні. Возможно. Задолбанные туристы. Может быть и так. Все-таки там, где мы были в Буковинских Карпатах, турист – это редкость. Ми цим пользувалися. З вами не просили там сфотографуватися, як з якоюсь було всяке, рідкістю? Було всяке на Ельбрусі в 2008 році. Правда, ми на вершину не було цілі. Сошли з перевалу Хатютау, всі в одежді. І тут якісь на канатки піднімаються люди, нас побачили. А це кінець походу, всі оборвані, всі якісь уставші, такі грязні. Все. Так один мужик підійшов. Можна з вами сфотографуватися? Чим ми йому там представлялись, вже я не знаю. Ну, така обезьянка була, видимо, хороша. Якщо говорити про Кривий Ріг, у нас місто не у гірській місцевості розташоване, але все ж таки, яка найвища точка Кривого Рогу? Ну, это западно-ановский отвал, ну, это сказать, что штучно очень, естественно, это, нет, там и так возвышение само по природе, ну, плюс еще насыпано сверху, то, ну, все равно это больше 200 метров нет этой отметки, поэтому все равно это к горам напрямую, как бы мы их называем отвалы, похожие на горы, аналоги гор. Вот, ну, это еще вопрос, как действительно называть это напрямую Криворожскими горами, или все-таки это еще только лишь гипотезы, какие-то наши допущения. Но ведь форма полностью отвечает горам, то есть крутые склоны, сыпухи, это все очень тяжело преодолимое, какие-то камни большие, мелкие, и мы используем эти участки для тренировок перед серьезными горами, вот как там на Кавказ, допустим, или на Турцию, чтобы человек учился ходить, а ходить по-ровному и ходить по сыпухе, а еще, не дай бог, она наклоненная 35-40 градусов, этому надо учиться, это не сразу получается. Это и обувь специальная нужна, и технику ты должен изучить, и погасать 40 метров по отвалу раз 5 туди-сюди, вот так подъем, потом связки, потом ты учишься падать, и как правильно падать, чтобы не катиться там как неправильно. То есть техника всего, вот это обучается здесь у нас, и поэтому очень красиво. А, до речі, от, походи діляться за категорійністю, я так розумію. Так. У вас яка категорія? У мене? Не, ну, я маю на увазі, які походи ви поняла. Проходили? Ну, максимально це була четверта категорія сложності, їх всього шість. Тобто четверта – це на рівні першого розряду, як-то далі так не успілось просто подойти. А так, пятая, шестая категория сложности. У нас есть велосипедисты, которые шестую категорию и пятую делают в горах. И они вот то, где мы ходим ногами по ледникам, они еще и велосипед на себе тащат. Это уникальные люди вообще. Главное, поэтому, да, много мастеров спорта уже подготовлено. Да. Волков Яков Федорович, Бурак Владимир Ильич, Ярослав Игоревич Иванченко. Вот это вот, вот к ним Киреев Юрий подтягивается тоже к этому всему делу. То есть вот так вот интересно. Наскільки от говорили про те, що екіпіровка має бути, наскільки туризм, ну, так прийнято думати, що це бюджетний вид відпочинку, що там не треба платити за проживання, так, ти береш палатку і твоя будівля завжди з тобою.
А що там харчі також більш дешеві, тому що це дуже проста їжа. Що можна сказати з цього приводу? Не знаю. Ви так переглядаєтеся? Ну, трудно сказати, що це дешевий від туризму, скажу чесно. Це не дешевий. Я не знаю, чому, але, як не говори, бутылка пива все-таки дешевле в рази. И почему-то все на это построено. И диван дома. Да. И все сделано так, чтобы человек пришел с работы откуда угодно, он завалился на диванчик и смотрел телевизор, клацал каналы. Но если он начинает что-то делать, тут появляются препятствия. Тот же самый туризм. Нужно найти специальную обувь. Нужно найти рюкзак, спальный мешок, одежду, палатку. Это все тоже стоит денег. Но если это все все-таки сделать и найти, не обязательно сразу покупать, можно попросить. Человек должен сходить в один поход, и он для себя уже решит, это его или нет, диванчик и бутылка пива мне роднее. А бывало такое, что людина йшла у поход и потом казала ні, ніколи в житті, на вашей памяти? Ой, у меня был случай, когда студентка, у нас практика в педуниверситете у студентов, которые обучаются по специальности география и туризм, вот, обязательный поход. Все, ну, вы понимаете, что как бы из-под палки, это же зачет надо получать. Хотят, не хотят, как бы. Ну, большинство ж, понимаете, поменять комфорт на дискомфорт почти круглосуточный, как бы очень тяжело. И вот так одна девочка, давно это было, лет, наверное, 9 где-то назад, прошла поход по Крыму, все, вернулась, там психи были, все остальное, как бы через 3 месяца приходит и говорит, дайте нам кафедральный, дайте мне, пожалуйста, кафедральный рюкзак. У нас есть сейчас рюкзаков на кафедре. Я говорю, а тебе зачем? У тебя же вроде бы свой был. Говорит, я его после похода на мелкие кусочки порезала ножницами. Я говорю, а зачем? Вот я так, первое впечатление было. Говорю, а сейчас что случилось? А сейчас хочу опять. Дайте рюкзак. Я говорю, иди сшивай тот, что ты порезала на кусочки. Вот такая бывает. Але это більше, из жизни история. Більшість все ж таки у захваті, чи от зворотня реакція? Ті, хто перший раз. Ну, у Сергія був син в поході, да? Скажіть, яка була реакція по дням, як мінялася вона. Я теж хотів цей примір привести, просто в один із походів я взяв одного із своїх синовей. Він дуже сильно хотів, спрашивал у меня, это подарок, не подарок, это не важно. А он... папа красиво умеет рассказать, да, об этом. И вот по поводу рассказать. Первый день похода, все чудесно, все хорошо, у него хороший 70-литровый рюкзак, втягивайся. На второй день похода мой Тимофей приуныл. Что случилось? Папа, ты меня обманул, все не так, ты в рассказах пишешь одно, на правде все совсем по-другому, это все надо тащить на себе, я на это не подписывался, и все, я хочу возвращаться домой. Я говорю, без проблем, едешь к бабушке. К бабушке не хочу, идешь с нами. На четвертый день похода Тимофей уже скачет впереди, и уже в завершении похода, когда мы приехали в Кривой Рог, Леонидыч ему задал один вопрос в электричке. Тимофей, ты пойдешь еще в поход или нет? Тима на меня посмотрел и сказал, если папа разрешит, я обязательно пойду. Тобто все ж таки якась непереборна магія у таких речах, яку навіть і ті, хто вже багато років ходять, не можуть пояснити, так? Що все ж таки притягує людей? У гори. Та, я вам скажу так, що много всякого можна прочитати в інтернеті, безусловно, там, проверить себя там или еще как-то. А на самом деле просто человек тянется то ли к своим истокам, наверное. Мы все ж вышли из первобытного общинного строя. Наши предки путешествовали постоянно за едой. Именно этот ген закладывался в тяге к путешествиям. Просто в одних он как бы развивался, а у других он как-то наоборот их прибивали, ну как бы не знаю, кто уже в этом там виноват, не виноват. Вот. Но чем больше мы выходим просто в природу, вот регулярно, тем больше подпитываем эту тягу к постоянному изменению пространства. Вот. А это и есть путешествие, безусловно. А горы плюс еще дарят масштабные, гигантские впечатления, красоты и все такое. То есть это просто махина. Я сегодня на Фейсбуке написал, что вот, как для меня самое красивое сочетание – это вот в высоких горах, это то, что выше 3 километров над уровнем моря, это снег. Лед ледников, он не такой, как речной, он такой голубоватый. Камни, подчеркну, растений вообще нет в высокогорье, камни.
серого, коричневого разного цвета и синее небо над головой. Вот когда вот такая стоит погода, плюс разряженный воздух, такая нехватка кислорода, ну, просто такие ощущения, ну, неземное. Сегодня даже там начали подписывать, это что, фотообои? Я говорю, да, это фотообои. Фототуристы на фоні. Да. Фотообои. І останнє запитання з приводу комфорту. Я знаю, що у ваших походах навіть кави можна випити зранку і на привалах. Завдяки чому це стається? От Сергій, у нього є таке, я бачила, цікавий, на жаль, зараз не принесли цікава така машинка для виготовлення кави навіть у походах. Це для тих, хто хоче комфорту. На завершення про це розкажіть. Ну, це немножко підправлю. Это не машина для изготовления кофе, это не кофемашина. Этот агрегат называется щепотница. Он небольшой, мне его подарили. Подарил, кстати, Леонидович. А нам подарили другие люди. Да. И так пошло. Он у нас прижился. Он не совсем удобный, это вот такая колба литровая, металлическая. Ее нужно таскать. Но утром, когда ты выползаешь из спальника, из палатки, когда вокруг в горах холодно, все, что тебе хочется, это чего-нибудь горячего. Кофе или чая. И ты на сухом спирте делаешь кипяток, разводишь себе кофе, и ты с этой чашкой кофе ходишь по всему лагерю, предлагая 2-3 глоточка. Это просто рай. Вот действительно, это рай. Это все, чего тебе только не хватало. Горы и чашечка кофе. Все для повного щастя. Я вітаю вас зі святом іще раз. І бажаю ще багато разів повертатися туди, де перехоплює подих від оцієї краси, про яку ми сьогодні говорили. У студії працювала Наталя Болдинська. Залишайтеся з нами на Першому міському і до зустрічі.